уважаемые жители Сергиево-Посадского района, ООО «МОСОБЛИРС» поздравляет вас с наступающим Новым годом и Рождеством. Мы благодарим всех наших ответственных плательщиков, которые вовремя оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги и одновременно доводим до сведения тех, кто еще не успел заплатить, что необходимо погасить задолженность перед Новым годом за жилищно-коммунальные услуги, а также задолженность по взносам на капитальный ремонт, неоплата этих услуг может привести к печальным последствиям в канун Нового года и сразу после Нового года. Это чревато у нас отключением подачи коммунальных ресурсов, а также передача документов в суд на принудительное взыскание задолженности, что в свое время, в свою очередь, может вызвать у нас блокирование карточек банковских, списание задолженности с этих банковских карт. Кроме того, может вызвать приход судебных приставов для того, чтобы описать имущество. И также может вызвать задержку вылета за границу. То есть наличие долгов вот приводит к таким печальным последствиям. Поэтому вам предлагаем заплатить имеющуюся задолженность. А для этого мы работаем 30 числа, вплоть до 30 числа, с 8 до 16 часов. Работаем 4 и 5 января с 9 до 14 часов. Поэтому всех приглашаем заплатить долги. И всех поздравляем с наступающим Новым годом. Желаем всем здоровья, счастья, благосостояния, чтобы улучшалось. Всего хорошего. Ждем вас в офисах МОСОБЛИРС.